Так, ну что делаем, ребят? Что-то мне поднадоело немного Майнкрафт. Можем на каком-нибудь сервак пойти, где там уже все готово, с модами что-нибудь. Не знаю просто. Что-то... В прошлый раз, когда я играл, я один играл, я выживал, было интересно. А когда вместе играем, легко, потому что ты ничего не делаешь, а за тебя все делают и помогают. Поэтому в этом-то минус, я так думаю. И почему мы еще до сих пор не скрафтили кровать? Вот мы сколько играем, кровать до сих пор не скрафчена. Это плохо. У меня был меч, но я его отдал. Теперь у меня меча нету. Что со скелета выпадает, интересненько. Почему факелы так странно стоят? Я же вроде их переставлял, не? Сколько стрел тут осталось? Ну их собирать нельзя, или у меня просто места, потому что нету? Не, место у меня есть, а почему они собираются? Видимо, они для красоты просто. Самого скелета, наверное, выпадают эти, когда убиваешь его, стрелы. О, а здесь у нас, кстати, уголь я нашел. Давайте подобываем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это я зря сюда. Тут у нас опасно. Лучник по мне стреляет. Отец, он по мне будет все стрелять? В кого он стреляет? В оливку? Ой, оливка, ты цел? Вроде цел. Ты, оливка, только выйди оттуда. Чё ты там стоишь? Чё стоишь-то? Я тебя прикрою тогда, короче. По-моему, у него вылетела игра. А, нет, он не... Он просто в чатик писал. Пластинку давайте получим. Какую пластинку, я не знаю. Я не в курсе, о чем ты. Так, вот здесь еще камни надо убрать. Во. И вот это, что это такое, я так и не понял. Я это выкопаю. Я не знаю, что это такое. Пусть так, кстати, будет нормально. Хотя ладно, не, вернем обратно. Убьем скелетом крипера и будет музыка, но нужен алмаз. Вот тут у нас овечка. Откуда они все бегают к нам? Они респаунятся, наверное, или что? О, лодочка. Я помните, я на ней плавал. Прикольно. Так, а что если забаррикадировать овцу здесь? Она тут бесконечно будет? У нас, кстати, ничего и нету. Это небольшая шахта. Все, забаррикадировался я. Не, неправильно сейчас. Вот так. Оливка, не подсматривай. Мы тут с овцой живем. Это наше место. Частная собственность. Так, а что у нас тут? А, тут вниз можно. Тут, кстати, уголь был. Еще не все собрали. Здесь, оказывается, яма начинается. Я и думаю, что здесь ничего не копали. Так, у нас тут Диабло, кстати, надолго, походу, засел. Я его редко вижу. Ой, ты куда, чувак? Что тут у нас за фигня? Вот так надо. Так. Так, будем подниматься здесь. Хоп. Побежали вниз. То, что я делал давно, помните? Сейчас прям туда спустимся. Вот тут, по-моему, что-то еще делали. Тут прям мега, прям такое место. Красиво. Это надо добыть. Я забыл, правда, уголь оставить на базе у нас. Скинуть всем. Потому что там, может быть, он уже заканчивается. Но после этого, если меня не убьют здесь, я не умру. Капли, вот говорили, красные. Или что это такое? Лава, типа. Так, что у нас дальше тут было?
Здесь красиво, уютненько так. Так, здесь ничего нету, походу. А вот здесь проход, я так понимаю. Я видел много видео, что в «Растение против зомби 2» версии будет растение Solar Tomato. Не знаю, фейки эти видео или нет. Так, это что у нас, алмазы какие-то? Алмазики. Так, и тут все, тупик. Но можно продолжить здесь работать и найти что-нибудь интересное. Давайте посмотрим. О, а это куда это мы попали? А, это, получается, мы в какой-то туннель, который уже был у нас, вернулись. Отлично. Давайте тут еще подсветочку поставим, что мы тут были. Значит, пойдем здесь копать где-нибудь. Вот алмазы эти. Я не знаю, они крутые или нет. Но я их вроде взял, да, у меня место есть. Вот один алмаз, эмеральд он называется. Эмеральд. Но это не алмаз, это эмеральд. Я не знаю, по-русски эмеральд переводится или нет, не знаю. Потому что даймонд это алмаз, а эмеральд это эмеральд. Но может и у него есть перевод какой-то. Я не разбираюсь в этих камнях. Так. Поехали работать, искать новые... Это изумруд. О, есть перевод эмеральда, изумруд. Ну, я эмеральд всегда в Диабло играл и называл его эмеральдом. Здесь неудобно копать, потому что все время падает сверху все. Поэтому давайте сюда, может, покопаем. Тоже падает. Все падает прям. Может, здесь не падает? Тоже падает. Так, ладно, здесь падает? Блин, а где не падает? Что тут за потолки? Все, везде падает. Не хочу здесь копать, долго очень. Пойдем дальше, вот здесь, например. Хотя, ладно, здесь я не трогаю. О, здесь у нас сверху есть. Подобываем. Так, я взял? Не, вот это я не взял. Но я сейчас сломаю кирку, у меня место появится. Выглядит как конфетки такие, знаете? Ну, вы понимаете, о чем я. Конфетки есть такие, похожие. Так. Копаем дальше. Та-та-та-та-та-та. Я думаю, что еще стрим полчаса, а потом в другую игру пойду. Так, это что у нас такое? Так. Это что-то у нас новенькое. Давайте копать. Тоже что-то очень хорошее, ценное, я так понимаю. Можно кирку с этого всего сделать. Будет просто мега бесконечная кирка. Будем все ломать. Бесконечно. Так, у нас почти кирка сломалась. У меня места просто нет. Может выкинуть что-нибудь? Лестница осталась у меня еще. Так. Давайте, ребята, добывайте. У меня места нету, собирайте все. А, и делайте какие-нибудь кирки. Потому что я копаю, а у меня места нет больше. Я буду копать, короче. Все, сломалась у нас кирка. Давайте эту сломаем до конца уже. Так, давайте чатик почитаем, пока я копаю. Давай Garden Warfare 2. Да нет, что-то вчера поиграл, не хочется больше играть, что-то не зацепило. Бывает, что хочется, а иногда не хочется. Так что Garden Warfare точно не хочется. Какую-нибудь другую игру поиграем. Изумруды бесполезные. А жителей хрен найдешь, кто-то написал. Видимо, им надо отдавать жителям, да? Они дают награду или что-то, обмен какой-то. Я ж не знаю. Так, снова сломали. Но у нас еще есть что сломать. Вот еще кирка есть. Все будет у нас. Все сделаем. Ну, как далеко я прокопал. Назад посмотришь, приятно смотреть так. Факел горит. Так, давайте вниз копать. Тут что-то есть снизу. Ой, это уже все, конец мира, что ли? Я прокопать вот этот не могу. Это камни, через которые копать нельзя, походу, да?
То есть мы на самом дне, что ли, находимся этого мира? Снизу ничего не будет. Ну или можно попытаться еще. Но, как мы видим, оно вот здесь можно, кстати. Либо это камни, которые надо ломать специальной киркой, которая супер крепкая какая-нибудь. Но видите, я ломать не могу это. Уже нельзя ломать. Куда же я только попаду, интересно? Тут где-нибудь лава будет, я уверен. Потому что постоянно, когда я копал, я всегда в лаву падал. Так. Ну, здесь никуда не прокоп... О, нашел что-то. Красненькое это все дело. Я взял на этот раз или нет? Или не взял, я не понял. Нигде не отображается вообще. Непонятно, в общем. Взял, не взял. Я вот сейчас, походу, взял. Нет. Или здесь ничего не падает с этого всего? Или... Я не понял, почему красная не собирается? Вот смотрите, я ломаю. Наверное, нужно ведро или что-то, чтобы налить. Это типа лава, наверное. Я не знаю просто, что это такое. Ну, возможно, просто я предполагаю. Ну, короче, я в конце мира, здесь ничего нету. Вниз уже никуда не уйти. Я тут все ломаю, все, что могу. А, надо железной киркой, мне подсказывают. А, то есть это не конец мира еще. Просто кирка нужна крутая. Подождите, а это у нас какая кирка? У нас ничего не осталось, да? У нас была только одна железная. К сожалению. Ну ладно, поперли наверх. Пока что все. Слушай, Диабло, скинешь мне железную кирку? Может, у тебя есть? У меня вот место одно есть. Если скинешь, я возьму. А то я дальше не могу ничего копать. Подкинь мне, пожалуйста. Если у тебя есть что-нибудь. Так, это что? 12 чего? Редстоун, красный камень. Ладно, я сейчас 5 минут перекушу. Но я с игры не выхожу, я буду бегать. Просто микрофон выключу, чтобы они слышали мое чавканье. А им я вернусь. Я просто проголодался. Надо подкрепиться.
Кушаю, ребята, кушаю. Чего ничего не слышно? Я о чем? Диаболик, походу, все дисконнектнулся. К сожалению. Позднее время уже. Ну, я сейчас доем и, наверное, пойдем в другую игру играть. Так что. Майнкрафт там. Может, еще как-нибудь потом поиграем. А пока что. А зачем я так делаю? То есть это конец мира, да? Вот этого все уже копать нельзя. То есть мы на самом дне, просто на дне, на дне. Здесь можно... А это что такое? Ну-ка. Что-то интересное или нет? Что это, типа лава какая-то? Давайте что-нибудь выкинем. Так, и что это у нас? А, это железо такое. Я уже забыл. Отлично, значит, мы сейчас железо тут подобываем. О, а это что такое? Изумруды какие-нибудь. Т-т-т. Все, железо закончилось. Вроде как было много, но все. А, ну это типа синий камень, да? Называется. Можно копать, можно не копать. Но за них опыт даются, смотрите. Девятый уровень у меня сейчас получается, или как? Девятка. У меня, кстати, факелы закончились. Теперь я далеко не прокопаю больше. Ой, меня чуть не придавило, кстати. А, кстати, можно так вот прокопать и потом вбежать, и тебя придавит? Или нет, такое не бывает. Мне вот интересно. Можно ли, чтобы тебе придавило здесь прям блоком сверху? Ой, это я случайно. Ну ладно, все. Завершили. Копание. А, подскажите команду, как мне телепортироваться домой? Подскажите, а я сейчас доем как раз еду.
Я включил читы, но телепортироваться не могу. Что за фигня? Откуда я знаю, какой там чувак из возле дома? Он просто не телепортируется, смотрите. ТП. Андролик. 1, 2, 3. Видите? Большими буквами, в смысле большими. Да тут без разницы. Она просто не ничего. А, хоум большими? Не. ТП хоум. Не работает. Я не знаю, почему не работает. Все ввожу, короче. Я понял, в чем фишка, надо большие маленькие буквы соблюдать. Если ты пишешь оливка с маленькими, да? Не работает. Вот. Теперь сработало. Теперь я разобрался. Короче, читы включены, можете нажимать телепорты эти. Если вам очень нужно. Ну что, я вернулся. Оказывается, вы все здесь были в дома. Или вы все телепортнулись просто домой сейчас прям. Ой, а что-то у нас там сверху дырка какая-то. А, она и была, по-моему, на крыше. Или не было? Сейчас попробую туда запрыгнуть. Не, не запрыгнуть. Надо поставить блок вначале. Что за дырка такая? Для трубы, что ли? Не, тише, тише. Только ты можешь команды писать. А, окей, вы не можете. Чуваки, а какой кнопкой от третьего лица сделать? Я забыл режим, чтобы вид камеры был другой.